Хомячи устроили погоню за сбежавшим бараном. Накануне жители Левобережья стали свидетелями забавной картины. В районе остановки Поворотная двое парней пытались поймать животное. Как сообщают очевидцы, баран неожиданно выскочил из машины на улице 70 лет Октября и помчался в сторону жилых домов. Кстати, рядом с местом побега находилась шашлычная. Хомячи предположили, что баран таким образом избежал печальной участи. Добавлю, что парнокопытный оказался весьма проворным. К операции по поимке подключились около десятка прохожих. Вот удалось ли поймать беглеца, неизвестно. С двух сторон щемят. Шашлык чей-то убегает. Толпой щемят, бедолагу догнать не могут.